я пришла в магазин Walmart, почти как Walmart в Америке. Но это Greenfield, который переоделся. Пойду посмотрю, что там еще сегодня. Здесь такие полочки. Мясо там. Целую кучу полочек с конфетами. А я еду к рыбе. Такие подачи. Да. Крупы. Каши крупы. А я еду к рыбе. Макарончики. Майонез. Большой хлебный отдел, здесь всякие пряники, и там далеко сыры. Пытаемся вниз, чтобы держать кондиции. Чай, кофе. То, что себе чай можно насыпать, да? Такие кексы. Да, кофе. Приправы, консервы, рижские шпроты. Масло подсолнечное, томаты. Отдел минеральной воды и соков. Тут вот шпроты всякие, вино. Снимаю немножко подпольно, это для собачек. Ой, рука моя. Ой, хорошая отделочка. Для попугайчиков. Для собачек. Хозяйственный отдел такой. С порошками, со всеми вещами. Да, ничего хорошего нет. Все как обычно. Как везде. Ну, это так.
просто общий какой-то такой обзор. Всякие мыла. Да, всего много, но толку никакого нет. Эликсиры всякие, шампуни. Это мыло. Ну, это морская соль для ванны. Я так подпольно снимаю. По чуть-чуть такой вот обзорчик. Ну и там новые будут. Немного его. Туда ходит охранник. Ничего нету такого. Ну что, снимала я в Walmart'е. Walmart'е, как Walmart американский. Почти такой подпольным телефоном. Ну вот, как взяла немного лука, помидор, сыр. А здесь рыба. Вот и все. Снимала чуть-чуть, потихонечку. Хотя со мной уже ходили там. Да, уже находили, спрашивали. Не спрашивали, но так, подсматривали, что я делаю тут с телефоном. Так что, вот что смогла, то я и сняла такой небольшой обзор.